Ямы на дорогах волнуют контролирующие ведомства не меньше, чем автолюбителей. Регулярно сотрудники прокуратуры, вооружившись измерительными приборами, исследуют состояние асфальта в городе. Чаще всего они видят такую неутешительную картину – дорогу в кратерах. На территории Октябрьского района основные проблемные улицы, то есть это центральные улицы, где мы сейчас находимся, это улица Калинина, города Иваново, переулок Пограничный, также... То есть уже не центр города, это у нас улица Нормандия-Неман, конечная остановка первого автобуса и ПО-14. В этом месте другое нарушение. Дорога разъезжается по краям. Ремонт не имеет смысла, пока не сделают бордюр. Прежде его здесь никогда не было. Сотрудник прокуратуры составляет акт о нарушениях и отправляет иск в суд. Ответчик – администрация. В компетенции чиновников следить за хорошим дорожным покрытием. Ямы, если они и есть, не должны быть больше 15 сантиметров в длину, 60 в ширину и 5 в глубину. Любое нарушение опасно для здоровья автолюбителя. Выбоины, ямы, которые превышают допустимое значение размеров, установленных ГОСТом 505-97-95, могут создавать помеху, участники дорожного движения начинают совершать маневры, то есть объезжать данные ямы. Данные маневры провоцируют ДТП. Чаще всего ответчик устраняет недоработки еще до решения суда. Прокуратура стимулирует к активности. Люди в погонах также проверяют работу администрации по вопросам отсутствия разметки и дорожных знаков, утонувших в листве. Для всех этих нарушений в прокуратуре есть свой термин – незаконное бездействие. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.